Короче, пока не могу дойти до дома, добраться до девчонок. Пришла вот сюда на мост, на федеральную трассу, машины. Там вот дворы, конечно, все затоплены, не могу подойти, хотя наш дом третий от речки. Но река уже вошла в русло. Это фильм ужасов. Фильм просто катастрофа. Режиссеры ему мы, люди. Да. Столпотворение машин, все, конечно, подстраховались. Кто-то не успел. Наташка мне там снимает с 4-го этажа. Машины, говорит, вертит. Кто не успел угнать, как консервные банки. Но, конечно, видео выйдет, скорее всего, или вечером, или завтра утром, потому что везде вырубили свет, затопило подстанции, неизвестная связь, еле-еле еще душа в теле, дозваниваемся. И что творится, там все тротуары, у кого дома в низине, конечно же, вода зайдет, вон там, видите, подвалы, все это будет затоплено. Да. Сезон 2023 войдет в историю и запомнится надолго. Теперь море, которое вчера буквально почистилось, хотя бы сколько-то снова будет грязным. Вот такое вот все несется. Хорошего мало. Вроде бы тучи куда-то уходят. Вот там где-то в Подкриптовой. Распадает, видно уже парапеты. Там вот копейку затопило. Сейчас подойдем поближе. Пробую подобраться к своему дому. Вот со стороны почты. Вот люди-то все, видите, подготовленные. У всех резиновые сапоги, болотники. Уже выметают воду, вода пошла на спад. О, подъездом-то нифига мне отсюда не пройти. Пойдем нырять все-таки от Олега. Первый пошел. Сейчас посмотрю, докуда ему будет вода. Пиздец, где-то еще ступеньки хоть бы не наебнуться. Извините. Тут что-то все бурлит. Мама. О, господи, еще одна ступенька. Вот так. Тут телефон разрядился. Пиздец. Мамочка моя. Мне скоро будет по пояс. Мама, мама. Но я не могу, мне надо идти, у меня там дети. Одни. Мама. Представляете? Сейчас покажу, докуда воды. А я до этого мыла подъезд после смерчей. Уже выше немного. Я представляю, они у меня... О, у нас, представляете, в подъезде пол подъезда. Ох, блядь. О, блядь, тут лав... Чуть не наебнулась тут же. Тут же еще это. О! Извините за маты, но... Блядь, вот этого я точно не ожидала. Срочно снимать сейчас все.
Плохо видно. Там порог. Там, блядь, еще ступеньки. Блядь, все грязно. Офигеть, я представляю, там ниже дома. Первые этажи. Туда. Вот докуда. Блядь, меня бьет. Сейчас сразу ванну. Но воды нет, света нет. Крошки мои! Че вы тут еще со страху не померли? Да, холодильник смотреть. Вот, кто вам разрешил? Смотри, бабушка вся промокла, ради вас подвиг совершила. Я плыла. Она что, не видит? В общем, все хорошо, я дома. Сейчас ждем, когда вода уйдет. Вот такой вид. И света не будет, не знаю, как быстро смогу, когда выйдет это видео. В общем, какой-то, да. Первые этажи. Мусорку унесло, представляете? Куда? Оттуда, с мусорки, сюда притащила мусорку к нам. Да. Но вода на первые этажи не зашла. Где высоко первые этажи? Все, буду держать в курсе событий.